Проект «Историческая память» действует в Уссурийске. Реставрация этого монумента – еще одно доброе дело в копилке активистов. Именно здесь, в районе Солдатского озера, захоронены большевики-подпольщики – Чемеркин, Устеменко, Герасимчук. В далеком 1919 году они были казнены, но память о революционерах продолжает жить. В их честь названы улицы нашего города. Помнить и чтить память тех людей, которые дали нам жизнь, так можно сказать, мы должны благодарны быть им. Вчера наш колледж, студенты Приморского краевого колледжа культуры, у нас есть волонтерский центр. Мы принимали участие на субботнике, нас было 54 человека, мы за час убрали территорию Солдатского озера. На этом месте памятник был установлен 53 года назад. Установлен и спустя какое-то время заброшен. Благодаря партийному проекту «Историческая память» место захоронения удалось отыскать. Монумент реставрирован, территория вокруг приведена в порядок. Мы его, во-первых, искали. Три раза только мы сделали заезд, чтобы его найти. Нашли, посмотрели, в каком виде. А это все-таки у нас единственный памятник героям, подпольщикам гражданской войны. На торжественном митинге представители власти города, партийцы, студенты и юнормейцы. Подрастающее поколение изучает историю родного края на уроках в школе. Но чувство патриотизма развивается именно в таких акциях. С этого момента мемориал не будет больше забыт, уверили участники митинга. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Телемикс.